Да, как интервью. Многоуважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Владимир Путин, мы вечером в Метлицке с руководителями самой прекрасной организации молодежной столицы, со всеми россиянами, очень просим вас, уважаемый Владимир Путина, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Поддержал нашу инициативу о выдвижении на пост Нестеров-Метлицких инициатив, мы выдвинули на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Путина. И вам все высшие награды поддержал руководитель молодежной прекрасной организации столицы Артем. Командир. Артем, тоже поздравьте нашего Артем президента. Владимир нашего... Владимирович, спасибо вам большое. 24 февраля вы показали, насколько вы сильный лидер. Так точно. Мы вас ждем в 2024 году. Спасибо. Прекрасно. Просим молодежь вас избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Прекрасно. Поздравляем. Ура. Артем, спасибо. Расширите вашу руку героическую. Спасибо. Молодежь России лучшая в мире. Россия всегда побеждала, побеждает, всегда победит.